Крыта. И чего? Вот, да. Серверный набор. А то перевернились. Вот он какой. Набор плейдов. Ну что, давайте открывать. Давай я помогу. Вот, стоп, смотри. А есть что-нибудь, ножнички? Натачивать. Подсветка. Что это за баклажка такая? Смотрите. Ух ты, как сцена вообще что-то. Открывайте. Я диджей. А, ножницы есть? Я чью это. Молодец. Ну-ка дай посмотреть, есть что такое. Оп. Вот еще. Все достало? Да. Раскрыли мы всю упаковочку. Давайте посмотрим, что у нас здесь есть. Аня, диджей. Маша, у нас есть 6 баночек пластилина, пистолет для пластилина, подставка с подсветкой и крутящаяся, и 2 вида вазочек. Такие картонные заготовки, который можно сейчас выдавить будет. Так, ну и вот тут такие инструкции. Что-то интересное. Ну что, давайте поставим сначала батарейки в эту конструкцию. Мама, посмотрим, я как могу. Она работает. Только отвертки на батарейке. Ого. Только понажимайте кнопочки, какие там есть. О, подсветка сцены. Другая есть. Еще нажимай здесь. Еще это. Еще есть такая. Ого, круто. Так. Все. Молодцы. Теперь надо выдавить вот эти все формочки. На, Алис, а ты вот это выдавливай. Поменяй все, ну дай и другой. Так, что мы первым делаем? Базочку. Вставляем ее сюда. Отсюда. Вот все. Теперь берем пистолет. Краску. Открываем капучок. И закладем носиком. Включаем. Нет, я шучу. Начинаем. Отдай. Ну, пусть она попробует, понажимает. На. Даже пихчит. Мама, у меня зуб. Шатается зуб? Да. Ну что, получилось? Да. Выдавила маленький червячок. Какой будет? Зеленый. А желтый и красный? Желтый и красный? Оранжевый. Наконец-то. Зачем ты это сделал?
Сейчас дам вам спрашивать. Синим, синяя, синяя мерцающая, белая мерцающая и все. Да. Синяя мерцающая. А нет, они с бело-синей мерцающей. Перемешка, просто белая более яркая. Вот получился такой вот эффект. Вазочка подсвечивается. Очень круто. Давай попробуем какую-нибудь плоскую фигуру сделать. Тогда эту. Можно и эту, можно и ту. Ой. А это, кстати, рамочка для фотографии, которая у тебя шлепнулась. Оп. А как вот эту штуку ставить? Так? А там надо здесь... дырочки вот эти вот открыть. Открываю. До дырочки вот эти вот попадаешь. Точку нажала, включила и ведешь теперь. Ну, ладно. И желтый. Теперь оранжевый. Вот так круто, да? Да, с подсветкой вообще необычно так получается картина. Закончили плоскую теперь работу. Сейчас хочу вот это сделать. Вот вазочку, да? А там на ней тоже, смотри, такая есть плоская, да, штучка? Пока вот как будет. Мандала. Тогда? Плотнее, мне кажется, должна быть. Вот так все. Так, сейчас будешь вазочку украшать, а потом уже саму вот эту, да, мягче крышечку. Он плохо. Мотор. Удобно очень. Да, мам? Да, очень такая интересная штука. И сейчас там такая красота будет. О. Червячок. Закончили лепить. Вот что у нас получилось. Съемная вазочка и плоская бутылка. То есть пицца. Пицца. Она у нас теперь раз уже падает. Потом она высохнет, ее можно будет на стеночку повесить. Понравился тебе наборчик? Очень. Очень крутой. Ставьте лайки и подписывайтесь на мои каналы. Всем пока. Пока-пока.